Добрый день, друзья! Картина на подрамнике совпала с рамой из багета по размеру, а по глубине нет. И сразу возникает вопрос, как закрепить подрамник в неглубокой багетной раме? Самый простой универсальный способ – это вырезать закрепочки из пластиковой бутылочки и воспользоваться степлером. Пластиковые закрепочки могут быть с двух сторон рамы, в моем случае с четырех сторон. Моя рама деревянная, и этот метод крепления подходит идеально. Если у вас рама из пластика, я бы воспользовалась покупными металлическими зажимами. После крепления картина будет плотно прилегать к раме. Это будет видно в следующем кадре. А пока я расскажу про саму картину. Работа была выполнена на холсте, холст на подрамнике, материал лион. Работа была выполнена в 2017 году. Техника заливка акрилом с последующими прорисовками кистью. Сюжет – 4 стихии. Вода, воздух, огонь, земля, птица-колибри, пара дельфинов, морской конек и ящерица, которую еще нужно найти в листве. Работа по цвету очень яркая, сочная. Вот теперь посмотрим, как прилегает работа к раме. Прилегает хорошо, нигде нет никаких зазоров. Вот на солнце видно, какая работа яркая, какие цвета яркие. Вот вид картины сбоку, смотрится отлично, чего и всем желаю при этом методе крепления. Вот так выглядит она, как взгляд из комнаты. Если вам нравятся мои работы, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, пишите комментарии, я их читаю. Желаю также всем-всем творческих успехов, много новых работ и до новых встреч. Пока-пока!